Всем привет! Сегодня хочу показать вам вот такой вот пряжу пух кролика Aurum Cashmere. Мы уже показывали видео, кажется, год назад, оно у нас там есть на канале, можете посмотреть, там, по-моему, тоже про цвета, про качество. В общем, сегодня просто решила еще раз записать, обновить, так скажем, видео. Я тем более вот связала такую шапку, она еще сушится. Вот шапка из вот этой пряжи. Связана она тут в две нитки, в две основные, в две изнаночные. Она еще мокрая, к сожалению, но в целом уже смысл вырисовывается. Вот. Очень она прикольная получилась, она очень мягкая. Здесь на взрослого человека два мотка. В общем, такая вот обычная классическая шапка резинкой. Вот в темно-сером цвете я вязала для мужчины. Здесь такой фабричный набор. В общем, как высохнет, вы можете посмотреть у нас в телеграм-канале, обязательно я выложу видео. Вот, если шапка понравилась, напишите, может быть, снимем даже какое-нибудь описание, попробуем. Хотя еще в практике такого не было. Короче, здесь два мотка почти, даже немножечко осталось. Цвет такой темно-серый графит. Напишу вам в комментариях, какой это номер. Вот, ну, мне понравилось вязать, я вязала спицами номер 3. Вот, также для образца у меня еще есть вот такой вот берет. И тоже он там полтора мотка буквально, но не очень большого размера. Здесь тоже связано в две нитки. Вот, в общем, тоже прикольно, достаточно интересно смотрится. Давайте сравним с пухом норки. Пух норки у нас подобно выглядит в подобных же мотках. Вот, у них также есть подмоточная нитка такая же, вот. Но по факту получается у пуха норки вот такой вот эффект. Наверняка знаете, если уже вязали, что она вот такая вот у нас пушистая получается. Здесь небольшой есть ворс, прям совсем небольшой, но в основном она в целом такая гладкая получается. Вот, ну, не видно, наверное, да, вам тоже разницу, как ведет себя эта пряжа, хотя по толщине, по каким-то таким, ну, когда вяжешь, свойствам очень похоже, по, ну, как вот даже тактильно, когда берешь эту спицу, эту пряжу на спице. Вот, по поводу цветов. Смотрите, цвета очень разные. Это далеко не все даже, которые у нас есть. К каждому моточку идет подмоточная нитка. Как обычно, вот, 50 грамм, здесь 350 метров. То есть все то же самое, что в пухе норки. Вот, ну, нитка тонкая, можно ее использовать для, как, в качестве стабилизатора. Цвета очень интересные, рекомендую там обратить внимание. Здесь есть два таких хайповых цвета в этом году. Это вот такой лайм яркий, этот цвет у нас 45. И вот такой розовый цвет, али такой Барби 006. Вот, есть также классические вот такие оттенки, темный, синий, черный, голубой очень красивый, не знаю, белый вот такой классный тоже, в принципе, кипельный. Несколько там оттенков серого идет. Вот, ну и бежевый тоже в интересных сочетаниях. Вот, в целом скажу, наверное, что у этой пряжи более благородные оттенки, чем у пуха норки, но и по качеству она тоже вполне себе приятная. То есть, если вам не нужен какой-то эффект вот такой вот пушистости, вы хотите что-то такое более гладкое, более, ну, строгое, да, назовем это так, то вам эта пряжа прям точно подойдет. Попробуйте. Точно не разочаруетесь, как минимум. Вот, пряжа вся есть у нас на сайте, вживую, так что переходите, подписывайтесь на наши другие социальные сети, там мы гораздо чаще делимся полезным контентом. Если было полезно, ставьте лайк, ну и спрашивайте, если что-то еще не сказала. Пока!